день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Я Аби Келкин, Александр Шунин. Доброе мой утро. Мой сегодняшний коллега и партнер по передаче «Утро на Болткоме». Много тем у нас для обсуждения. И сразу хочу сказать, вот, что где-то в 9.40, ну, в 9.35, может быть, мы поговорим, естественно, о теме года. Скоро исполняется год нашей пандемии. Печальной. Так что есть о чем поговорить, особенно в свете всех актуальных событий, которые ожидаются в этой связи на заседаниях правительства бесконечных на этой неделе, так что не переключайтесь. Ну, а начнем мы с других важных аспектов нашей жизни. Ну, Самый главный из них на данный момент, мне кажется, то, что по факту перезимовали, наступила весна, и такая прекрасная солнечная погода в первый день весны, она радует. Сейчас, правда, принято всегда говорить календарной весны. Календарной весны, хорошо. В четверг говорят, весна нас покинет на какое-то время, я уже не знаю, с календаря ведь. Надолго. Нет, не с календаря. Календаря она останется, и слава богу. Да. А с приходом весны возобновлены, правда, конечно, с существенными ограничениями и оговорками услуги парикмахеров и других деятелей сферы красоты. С сегодняшнего дня... Не всех. Повышен акциз на табачные изделия и алкоголь, содержащие изделия. Вспомнить Жванецкого, гения, который сказал, что все гадости у нас начинаются с первого числа. Вот как раз повышение... А сегодня еще и понедельник, и первое число. Да, повышение цен на алкоголь, ну, на сигареты тоже. Притом, если так вот посмотреть, то по прикидкам службы госдоходов, они не прогнозируют очень резкое увеличение вот стоимости, ну, к примеру, там водка вырастет, как по прогнозам СГД, на 20 центов. Ну, казалось бы, не так много. Ну, наверное, для государства на круг это десятки миллионов. Конечно же, мы ни в коем случае не призываем к употреблению, наоборот. Тем более понедельник с утра. Да, да. Отмечать весну ведет это все к заболеваниям, будьте осторожны, но тем не менее. Будем об этом помнить, держать в уме. Не лишнее будет держать там же в уме то, что с сегодняшнего дня СГД начинает прием ежегодных деклараций. Добровольных. Добровольных, уже... а кому-то добровольно-принудительных. Да, ну вот служба госдоходов уже призывала, во-первых, не торопиться, потому что впереди 3 года, ну, фактически речь идет о приеме добровольных деклараций, те, кто хотят вот вернуть часть переплаченного налога за прошлый год, потому что если они хотят вернуть за 2019-2018, они это могли сделать и до 1 марта, и после 1 марта, и руководитель службы госдоходов сегодня утром, вот я ехал, она уже предупредила, или что только в электронном виде, с учетом пандемии, сейчас принимаются эти декларации. Но вот если мы возвращаемся вот к теме алкоголя, то, к сожалению, вот, злоупотребление алкоголем приводит к разным преступным деяниям, и не только со стороны несовершеннолетних. Вот об этом мы, с этого мы, наверное, и начнем наш эфир, так я понимаю. Да, совершенно верно. Дело в том, что Минюст предлагает реформировать систему наказания несовершеннолетних, делая акцент на так называемой ресоциализации. И мы хотим связаться... Я был уверен, что выключил звук, прошу прощения. Мы свяжемся с Андреем Адамсоном, адвокатом, и обсудим эти предложения. Но суть их в том, что действительно переместить акцент с наказания как такового, то есть заключение куда-то из общества, скажем так, наложение штрафов, то, что сейчас тоже широко практикуется. Да, фактически, вот если вот мы берем закон о защите прав детей, ну, там вот предусмотрено в том числе вот это сложное слово ресоциализация, но она как бы третий такой вид. Да? Первый самый мягкий, это, самый, да, лайтовый. Самый мягкий. Первый – это вот заключение под стражу, но это, видимо, уже невидимо, а точно, когда происходят какие-то тяжкие преступные деяния совершают дети. Ну и штраф – это чаще всего применяемое. И вот представитель Минюста, вот недавно была дискуссия с Союзом самоуправлений, она, в принципе, довольно правильно сказала, что, наверное, для государства это самый легкий вид, да, выписывает штраф, родители заплатят, ну или не заплатят, или там не уже заплатят, судебные, да, исполнители вступают, на этом государство умывает руки и говорит, видите, ну наказание-то достигло виновного,
В принципе, все. Ну, на детей вот такие методы не очень действуют. Кстати говоря, на взрослых зачастую тоже, но, по крайней мере, на детей точно нет. И поэтому ресоциализация – это важный аспект. Пока, если мы говорим о сегодняшнем нашем эксперте, это адвокат Андрей Адамсон, я вижу, что он уже к нам подключился, но пока мы его не видим. Надеюсь, что мы его слышим. Мы не слышим. Но пока мы устанавливаем связь, да, я продолжу. А высказываясь на тему этой инициативы, представитель Минюста, заместительница госсекретаря по правовой политике Лайла Мэдани описала нынешнюю ситуацию с средневековьем. И когда... Какой вот сейчас... прекрасный фон у вас, Андрей. Доброе утро. Доброе утро, да. Слышно меня, да? Да и видно, к сожалению. Я надеюсь, все понимают, ну, кто видит, тот видит, у Андрея прекрасный, роскошный, экзотический пляж на фоне. И хочется прямо верить, что человек действительно физически там находится и нашел в себе силы оторваться от этих пейзажей, чтобы поговорить с нами о ресоциализации детей, приступивших закон. Но Андрей куда-то пропал. Да, доброе утро. Вы еще здесь, да? Итак, начнем с главного. Вы наверняка знакомы с этой инициативой о реформировании системы наказания несовершеннолетних, сделав акцент на так называемую ресоциализацию. Господин Адамсон, первый главный вопрос. Что такое ресоциализация вот этих малолетних преступников? Как это правильно понимать? Ну, то есть, когда штрафы, это понятно. Когда в кутузке посадили, это понятно, что такое ресоциализация. Ну, давайте я, наверное, вам объясню, наверное, вообще цель этой дискуссии. То есть, наверное, немножко неправильно сказать, как вы уже заранее, я слышал, сказали о том, что, ну, конечно, проще всего всегда наложить штраф какой-то, то есть, и просто этого ребенка забыть, скажем так, да. Но Минюст, та инициатива, которая сейчас выдвинута, она не направлена на то, чтобы убрать эти штрафы и наказания. Она направлена в первую очередь на то, чтобы выяснить и корректировать проблемы с детьми, скажем так, выяснить причину, почему он совершил, и скорректировать это поведение. Ну, то есть, если говорить там, ну, о любом там ребенке, который совершил любое нарушение, то, как мы знаем, как вы уже сказали, посмеялись, да, выписали штраф, оплатил, не оплатил. Но основная цель, скажем так, Минюста – это либо разработать новый закон, либо сделать новую какую-то, скажем так, пополнить имеющееся регулирование тем, чтобы самоуправление, то, что они и так, в принципе, должны уже делать, чтобы они, помимо того, что вели учет этих детей, скажем так, проблемных, но чтобы они решали те вопросы, из-за которых вообще ребенок совершил это преступление. А вот слово «ресоциализация», вот такое новое, модерное слово, да, скажем так, это, ну, скажем так, возвращение человека в общество, в социум, да, если так простыми словами. По сути, это предотвращение в дальнейшем совершения преступлений дальше. Ну, не преступления, а нарушения, скажем. Угу. Спасибо большое за пояснение. Напоминаю, с нами адвокат Андрей Адамсон. Мы обсуждаем реформу системы наказания несовершеннолетних. Да, у тебя вопрос, да? Нет, ну, может быть, да. Начнем, я тогда подожду со своим. Да, чуть-чуть, может быть, с самого начала, чтобы было понятно. Сегодня, вот, учитывая, может быть, ваш опыт или вашу практику, вот ведь эти штрафы, ведь это фактически на родителей накладывается, да, по большому счету. Ребенок-то не имеет дохода, что он может оплатить. То есть, фактически, по существу, отвечает родители за вот эти деяния несовершеннолетнего, если так можно сказать, да? Ну, по факту, если мы говорим о штрафе, да, ну, таком классическом варианте, да, более половины, скажем так, тех нарушений, которые происходят, более половины накладывается штраф. Ну да, скажем, если у нас закон разрешает с 15 лет работать несовершеннолетним, то вообще также закон предусматривает, что сам несовершеннолетний со своих средств может гасить эти штрафы. И, конечно, смотрят, когда накладывают штраф, тоже смотрят на то, может ли, скажем, ребенок, ну там ребенок 16-17 лет, некоторые уже работают, они могут и штраф сами оплатить. Но тут смысл какой? Наложил штраф, ты не убрал причину. Ну, то есть он будет, мало того, совершать, возможно, новые, ну, там, преступления, нарушения. Также, может быть, он, скажем так, ступит на более скользкую тропу. То есть и смысл именно в этом.
Если мы вспомним, вот в советское время, понятно, что были инспекторы по делам несовершеннолетних, милиции. Я так понимаю, сейчас эти функции переданы муниципальной полиции. Вот в свое время у нас там были представители и в эфире. Тоже, насколько это эффективно, ведь, ну, кроме штрафов, в любом случае надо попытаться даже без этой ресоциализации понять вообще причины вот тех или иных вот деяний, скажем так, подростков чаще всего. Ну, так вот, сегодня этого, в принципе, не происходит. Угу. Ну, скажем так, как вы правильно сказали, закон о защите прав детей, он предусматривает то, что самоуправление, да, каждое самоуправление да. обязано сами все это корректировать, создавать специальные службы, специально обученные люди, которые это должны делать. Но вот на что обращает внимание Минюст? На то, что на сегодняшний день, к сожалению, в некоторых самоуправлениях эти люди действуют по наитию. Ну, то есть, если действительно хороший специалист, да, при самоуправлении взят, то в этом случае дети получают, ну, какую-то там минимальную, скажем так, какой-то контроль, коррекции и так далее. Но если, ну, скажем так, нету никакого регулирования, написано, что делать, но написано, как делать. Вот как раз об этом и говорят, о том, что нужно ввести какой-то либо новый закон, либо какие-то коррекции к этому закону. И таким образом, скажем так, наложить на самоуправление обязанность не только создания таких структур, но чтобы они по-настоящему действовали. Вот у нас сейчас, ладно, хорошо, пандемия, особая ситуация, но, в принципе, чаще всего, может быть, это стереотип, говорят, ну, больше времени человек, ребенок проводит сейчас не дома, ну, когда нет пандемии, а в школе, и вот в учебных заведениях есть, в принципе, в каждой школе, независимо от ее размера, по крайней мере, один человек, вот психолог или вот человек, так, социальный работник, который помогает вот этим детям или трудным семьям. Если вот речь идет о социализации, там Минюст вынужден вот вмешиваться, значит, эта система не очень хорошо работает, да? Ну, как я уже сказал, да. Есть даже, я, скажем так, знаю, что есть исследования, в некоторых самоуправлениях вообще нету людей, которые этим занимаются. Вообще, поэтому даже в школах. Проладный в целом. А скажите, пожалуйста, какие, по вашему опыту, преступления чаще всего совершают несовершеннолетние? Ну, я вам так скажу, никакой такой статистики никто не ведет, но я вам в целом могу сказать, что это, ну, скажем, если говорить про административные какие-то нарушения, то это распитие алкоголя, употребление каких-то веществ, ну, скажем так, порча имущества, как вы знаете, да, там ходят и баллончиками, там разрисовывают и так далее. Если говорить про преступления, то в основном это, ну, скажем, основная масса – это какие-то кражи, это какие-то присвоения, ну, то есть там часто отбирают, сами знаете, телефоны сейчас, у каждого есть, и бывает, что отбирают телефоны и так далее. Ну, вот такого плана в основном. Кстати, есть статистика не нарушений как таковых, а вообще сколько их было совершено в 2020 году, по информации Минюста, 4310 подростков были наказаны, ну, подростки от 14 до 17 лет, и почти в 60% случаев это был как раз-таки денежный штраф или предупреждение. Но, Андрей, знаете, что меня смущает? Такие слова не ваши и не коллеги Абика, а как раз-таки представители Минюста. Такое впечатление, что вот люди вещают из мира розовых единорогов. То есть все правильно. Ребенка надо перевоспитывать, как раньше это называлось. Но вот цитата, из которой следует, что нам не нужно наказывать ребенка, а нужно менять его среду, чтобы в его жизни были другие люди, которые показывали бы позитивный пример, меняли образ мышления и представление, как провести свое детство, учитывая экономическую ситуацию в стране, учитывая семьи, в которых, возможно, зачастую эти дети растут, как это представляется в принципе возможным? Но если он идет на какое-то это преступление, скажем, присвоение чужого телефона или отъем карманных денег, не потому что он малолетний придурок и хулиган просто, ему некуда девать энергию, а потому что он этот телефон потом где-то толкнет, что-то себе купит, например, поесть, потому что дома у родителей нет денег и жуткая нищета. Но, к сожалению, ну, в нашем обществе хватает и таких семей. Да, но видите, самое позитивное, что я вам могу сказать, сейчас на дворе 2020 год,
Да, то есть и несмотря на то, что закон уже очень много лет, очень-очень много лет действует, у нас он не реализуется. И вообще позитивно, что вообще эта дискуссия начата. Давайте так начнем. Угу. То есть я достаточно позитивно на это смотрю. Да? Вопрос, как это будет реализовано, вот этого пока не знает никто. Даже сам Минюст, в принципе, до конца не понимает. И, наверное, эта дискуссия открыта для того, чтобы люди, ну, скажем, те, кто к этому, соответственно, причастен, скажем так, об этом больше задумались. И, ну, скажем так, конечно, я согласен с вами о том, что там розовые очки там и так далее, да. Но есть еще один фактор, который вы, наверное, ну, немножко не учитываете, и, наверное, он очень важный, на мой взгляд, и я бы его тоже подчеркнул бы, о том, что на сегодняшний день роль родителей, она, кстати, подчеркивалась, постоянно подчеркивается, да, она очень важная, согласитесь, в жизни ребенка, да. Безусловно. Так вот, на сегодняшний день не существует вообще никакого ни правила, ничего, чтобы самих родителей обучать, как воспитывать детей. Ну, я так это простыми словами говорю, да. То есть вот если ребенок совершает какие-то нарушения, то есть вот как раз вовлечение родителей вот в этот момент воспитания и превенции, скажем так, ну, предотвращение в будущем этих нарушений, да, вот это является важным моментом, да. И Минюст как раз и это предлагает в том числе. То есть помимо того, создание вот этих программ специальных, скажем так, внедрение в решение проблем самих родителей. Угу. Если мы говорим о уже взрослых, скажем так, ну, преступниках, рецидивистах, да, то можно ли говорить о том, я понимаю, может быть, не было специального исследования, а может, было, что все-таки они начинали, вот, к сожалению, еще вот в подростковом возрасте. Не просто вот так вот они пришли к такому печальному пути в своей жизни, а, к сожалению, все это начиналось еще там. Ну, знаете, Абик, я вам так скажу, эти исследования ведутся уже, ну, все то время, пока есть право, да, то есть спорят, даже, по-моему, фашисты там мерили носы там, и так далее. То есть вообще, с точки зрения, является преступность ли врожденной, то есть вообще склонность к решению преступления. Не-не, я про это не говорю, я имею является в виду... Является ли врожденной или приобретенной? Угу. То есть эти споры ведутся, насколько... Себя человечество вообще знает. Ну, да. Здесь Абик вот. Задал немножко, если я правильно понял, другой вопрос. Если в детстве, да, там условно будешь обижать кошку, то потом ты кого-то убьешь из людей. Возможно, да. Такой экспоненциальный, да, рост. Скорее всего, да. Угу. Да. То есть есть такое. То есть, скорее всего, это именно так и есть. То есть, начиная с каких-то маленьких нарушений, если вовремя не было, об этом и идет тоже речь, да. Если вовремя, скажем так, государство, общество, родители не среагировали, то это может привести к тому, что ребенок и взрослый в возрасте, уже достигнув, будет совершать дальше, ну, скажем так, ненаказуемо. Ну, заплатил штраф, ну, пошел дальше, сделал еще что-нибудь, ну, еще штраф заплатил и так вот далее. Возвращаясь к тому, что вы сказали, вот и то, что мы тоже прочитали из планов Минюста, понятно, что это нужно все приветствовать, если все-таки государство начнет этим заниматься, но есть же и такие ситуации, когда фактически среду, пока человек находится вот в этой неблагополучной семье, ну, или подросток, изменить уже, ну, нельзя, он все равно возвращается домой, там, из школы, ну, опять-таки, не хочется там это все время упоминать, но тем не менее, мы знаем, что в советское время были разные интернаты, в том числе закрытого типа, такие, не знаю, детские тюрьмы, по большому счету, с окнами, с решетками на окнах, и иногда здесь было двоякое действие государства. Понятно, что легче было, опять-таки, посадить, чем заниматься вот этой ресоциализацией, с другой стороны, ну, вот этого подростка хоть каким-то образом изолировали от семьи и неблагоприятного окружения, мы знаем, что такие вот, ну, банды, может быть, это громко сказано, но такие группы малолетних сбиваются в стаю, ну, и дальше им, наверное, легче совершать эти противоправные деяния. Иногда взрослый находится, который детей сажает на наркотики, алкоголь и сигареты. Это все мы тоже знаем. И вот таким вот образом тоже приучает вот с малолетства к таким вот действиям хулиганского преступного характера. Сейчас, я так понимаю, несколько иная система, да, вот наказаний. Ну, немножко не так. Сейчас тоже есть такая же самая система, то есть если мы смотрим на законодательном уровне, да, сейчас государство может очень активно вмешиваться и точно так же может изолировать, угу, ребенка.
То есть существует, скажем так, такое правовое регулирование. Другой вопрос, что этого не делается. Да. И вот тут мы сталкиваемся с тем вопросом, наверное, который был тоже предыдущий, по поводу вообще придумать закон мы можем, да, и сказать, вот так это делать надо. Но вопрос опять финансовый, экономический, да. То есть может ли государство потянуть, ну, такого рода, скажем, ну, не то, чтобы совсем ограничивать детей от своих семей, но тем не менее проводить какую-то программу эффективную. Вот тут я, ну, мне трудно комментировать. Я думаю, что перерыв. Пока, по крайней мере, мы себе позволить, наверное, не сможем всех детей взять под какой-то, под какой-то контроль и какое-то крыло, скажем так. Да. Но главное, что это движение началось, разговоры начались о реформации, да, реформировании этой системы наказания. Андрей, огромное спасибо. С нами был адвокат Андрей Адамсон, и мы говорили, что же делать с малолетними преступниками, как им показать вот правильный путь, как их правильно, да, воспитывать. Хотя даже слово «преступниками» я бы не употреблял, но бывает, что там… Нарушитель. Нарушитель, да. Хулиган. Скажем так, да. Спасибо большое. Наверное, мы сейчас прервемся. До свидания на короткую музыкальную… На новости «Эхо Москвы» скорее мы прервемся, но музыки в них тоже хватает, в этих новостях. Да, спасибо большое. Новости «Эхо Москвы» на радио «Болткома».